Что делать с повышенным уровнем железа? Ну, я даже не знаю, я бы не стал бы на такой вопрос отвечать впрямую. Я бы посоветовал все-таки обратиться в наше бюро, потому что повышенный уровень железа требует как минимум исследования статуса, а дальше начнется пункция костного мозга с исследованием сидоробластов. Даже если это гемосидероз, то это серьезное заболевание, иногда наследственное, требующее определенной серьезной отдельной терапии, поэтому просто по уровню железа я бы не стал бы обсуждать, это такая не очень правильная.